небеса не остыли в холоде. Вселенная дарит чудо. Вперед.
вперед, вперед и немножечко за угол завернули. Чуть-чуть вправо. Не планируете тоже попробовать вернуться к этим корням? Нет, к таким корням мы не способны вернуться. А после объяснить. Значит, мы привезли впервые группу тараканов в Санкт-Петербург. Точно. В 95-м году была такая тема, что мы организовали концерт. Они играли до этого два раза, до большого концерта в Санкт-Петербурге. Они играли два раза в каких-то бабах. Они же были четыре таракана тогда, да? Да, четыре таракана было, да. Вот, ну, собственно, с тех пор. И это наши знакомые хорошие. Ну, я думаю, достаточно про тараканов поговорить. Вполне считаю. Вот ваш сольный проект «Вася Васин» не менее популярный и оригинальный. Какие возможности он дает лично вам, и как он связан с группой «Кирпичи»? Как «Вася Васин» и «Кирпичи»? Да. Ну, дело в том, что это совершенно разные вещи. Вася Васин выступает практически как стендап-комедия шоу, а «Кирпичи» — это рок именно, такой мощный, со всеми барабанами, райдерами, технической джи. А я сольные концерты свои играю, так потрепаться вышел и все, в общем-то. Ну как-то нет взаимного проникновения у коллективов видов группы. Бывает такое, что у группы «Город 712» было, то, что у них вот две группы, и в одной группе играет музыка потяжелее, другая чуть была полегче. И потом со временем так получилось, что та, которая была потяжелее, стала полегче с влиянием как раз второго коллектива, который стали. Ну, я могу сказать, что я по большому счету свое сольное творчество к музыке не отношу. Это, так сказать, какой-то прикладной жанр. Вот. А ну, «Кирпичи» — это музыка. Спел. Ну, ты очень прилетишь. Скажите, пожалуйста, немного о программе тура «Совершенно 20-летие» вашего группы. Он прекрасен, тур, и он начнется в основном в сентябре сейчас уже получается. Мы отыграем все летние фестивали, нашествия, вот, Профест и так далее. Вот, и вы играете много, долго, когда и поменьше. Да. Полюбившиеся песни, все-таки у нас 11 альбомов. Да? Побольше, 12. 12, ну это сейчас не сосчитаешь. Не сосчитаешь, да. Девушки, задайте вопросы Вадим, надеюсь. Давайте тогда и закончим. Да, я думаю, все. Счастливо.